4 года. Город Севастополь. Прогулка в горах. Дети Роман Кошвинец, 4 месяца. Город Севастополь. Мускат, Массандра и Морис. Массандрочка, дай лапочку, Массандрочка. Молодец, хорошо. Это мускат, дай лапочку. Молодец. Вот три таких у нас красавца. Да? 4 месяца им. Город Севастополь. Детки Роман Кошвинец, 4 месяца Александр. Это у нас Массандр. Такая лапистая девка. Это у нас Морис Мондиаль. Германия тут собирался у нас. Такой Морис у нас. Массандрик, Роман Кош Массандр и Роман Кош Мускат. Леш, поближе. Это Мускат у нас такой мальчик. Крепчайший такой. Умнички все наши. Ну все. Морис. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Сидеть. Позовите их. Морис. Алёша, позови Морис. Морис. Мангубчик. Все щеночки Роман Кош Мангуб, Морис Мондиаль, Мариетта и Норвегия от Юлочки. Мирлан. Вот. Мирлан, он дома Мирлан, а по родословной Роман Кош Мангуб. Вот. У каждого дома есть имя индивидуальное. Ну, не у каждого, но есть. А мы других не знаем еще. Да. Вы знакомьтесь. Меня Яна зовут. Норвегия и Оля. Надежды. Не умерла. Вот такие у нас деточки. Сейчас пусть познакомятся немножко. Вот тут Норвегия уже подверглась стримингу. Видите, она какая уже красивая будет. Будет уже шерсть хорошая. Меняться, да, вам еще далековато, к сожалению. Вот Морис на днях будет щипаться тоже. У него и пошла шерсть. Вот такие деточки у нас по 7 месяцев, в Норвегии 6, ну, блин, прекращай. 2 кобеля, все, спокойно, немножечко. Группа наших подростков, питомник Роман Кош. 3 щенка Роман Кош Венеции, 1 Роман Кош Евпатории, дочки Венеции. Так что все близкие родственники у нас по 7, по 6 месяцев. Вот. Наша дрессировочная площадочка. Ну все. Пока! Роман Кош, Норвегия. Вперед, вперед. Показываем лакомство. Как красиво бежит Мариетта. Роман Кош, Морис Мондиаль. Быстрее, быстрее. Показывай лакомство впереди. Быстрее. Роман Кош Мангуб. 7 месяцев. Детки Роман Кош Венеции. Все трое. Мангуб. Морис. Ну и Евредика, она 4 года старше, это самый первый помет у нас. И мама Венеция вдали возле Лесенки. Это исторический бульвар у нас, площадка. Город Севастополь, 2012 год. Вот такие наши групповые занятия, да? Красавцы. Мангуб красавец, да? Мангуб красавец. Дай лапочку, Мангуб. Дай. Ну, ой, молодец, Мангуб, хорошо. Молодец, Морис, мне лапочку даст? Дай лапочку. Морис, дай лапку. Молодец, Морис, хорошо. Санечка, дай лапочку, дай.
Молодец, умничка. А где мамочка Венеция? Мамочка Венеция, дай лапочку. Венеция, дай. Хорошо, молодец. Венеция, хорошо. Кормом пахнет. Моя рука, скажи, да? Кормом пахнет. Вот такие умнички. Дети разгули. По 7 месяцев и одной у нас лысенькой 6 месяцев в Норвегии. Морис Мондиаль шерсти, тут мангуб сзади него и Норвегия. И вот Мариетта. Мариетта. Ну, такое подрастающее поколение 2012 года нашего питомника. Первое занятие у нас ознакомление. И владельцы наши. Это наша фамилия. Сестра. Они даже похожи. Я на две надежды. Оля. Дешка, вы Иоанна, прыгнула на меня. Я верна. Леня, владелец Мориса. Мондиаля. Давай, давай. Жажда знакомства. Ризеншнаусер и боксер. Ты такой холёсый. Главное, что все молчат. Слюнявый. Интересно, Морис такой стойкий. Все молчат и смотрят на боксера. Активный. Мирлан, ты что-то с ними настроение. Да, Мирлан пассивно вообще себя чувствует. Да потому что он лежит. Он слентяй. Слентяй. Я же с ним странно погулялся. Поэтому сейчас еще поэтому. Ну все, убежал боксерчик. На Манкош, Норвегия. Стоять. Препятствия. Команда вперед. Мариетта, барьер. Барьер. Хорошо, хорошо. Молодец, Мариетта. Умничка. Два круга. Мускат на бумчике. Мускатик, вперед, вперед, пошли, вперед, 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 вперед. Хорошо, вперед, хорошо. Мускат второй раз на буме. 4 месяца. Сына Роман Кош Венеция из Мышинга Александра. Такой у нас мускатик. Хорошо, молодец. Вперед, мускатик, вперед. Хорошо, давай, мускатик, вперед, 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 вперед. Молодец, мускатик. Хорошо. Молодец, хорошо. Город Севастополь. Пока. 4 месяца. Первый раз на барьерчике. Занятие на площадочке. Асандрик, барьер. Маса, барьер, барьер. Хорошо, молодец, Маса, хорошо. Молодец, Масандрик. Хорошо. Дочка Роман Кош Венеция из Машинга Александр. Умничка. Хорошо, молодец. Хорошо, умничка. Ну все, пока. Учение. Мускат, вперед. Вперед пошли. Хорошо. Вперед, вперед. Хорошо. Вперед, мускат. Хорошо. Вперед, мускат. Пошли. Вперед, вперед. Хорошо. Мускатик, хорошо. Вперед пошли. Хорошо. Молодец, мускат. Хорошо. Пошли. Молодец, мускатик. Хорошо. Пошли. Хорошо. Мускат, вперед, вперед, давай. Вперед, пошли, пошли, вперед. Вперед, хорошо. Молодец. Манкош, мускат, хорошо. Молодец. Город Севастополь. Хорошо, молодец, мускат, умничка. Ой, хорошо, молодец. Хорошо, хорошо. Молодец, все. 4,5 месяца, городок. Дрессировочная площадка, занятие щенков на снарядах. Пошли, Макс. Вперед. Хорошо. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Хорошо, молодец, хорошо. Хорошо.
Да, лапочка. Ну все, пока. Мурасси, Восток. Два круга. Команда рядом. Вперед. Мариэта. Рядом. Рядом. Мангуб. Морис Мондиаль. Рядом. Водочки не забывайте расслаблять. Остановились. Хорошо. Рядом. Молодец. Остановился Мангуб. И Морис. Похвалили собак. Все будет хорошо. Это начало. Ну, молодцы. Щенкам 8 месяцев. Надо научиться, а потом уже... Конечно. Наша группа. Питомник Романкош. Пошли за ним сразу. Занятия щенков. Мариэта. Впереди был Мангуб. Морис Мондиаль. Похвалили собак, не забыли. Барьерчики. Пошли с маленького сразу. Барьер. Барьер. Следующий. Вперед. Вперед. Устал. Ты посмотри. Идите вперед. Проходите вперед. Помогите ему. Вперед. 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 Хорошо. Молодец. Вперед. 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 Вперед, проходи, Леня. Мариэта. Вперед. Следующий Морис, проходи. Вперед. Похвалили собачек. Умнички. Похвалили. Молодец. Молодец. Хороший. Хороший. Хороший мальчик. Похвалил собаку. Вот, хорошо, молодцы. Сидеть. Похвалили. Положили собак. Лежать. Посадили собак. Сидеть. Поводок наверх приподняли слегка. Сидеть. И зафиксировали. Хорошо. Хорошо. Поставили собак. Стоять. Поводок на себя. На себя и поддержали под пах. Стоять. Посадили собак. Сидеть. Вот хорошо. Сидеть. Поставили собак. Стоять. Придержали под пах Мангупа. Стоять. Зафиксировали. Стоять.
Положили собак. Лежать. Хорошо, лежать. Лежать. Придержали за холку, чтобы не вставала. И когда собака полежала, тогда только хорошо. Ага. Поставили собак. Стоять. Хорошо. Мангуб слегка поводок на себя надо было. Хорошо. Похвалили. Хорошо. Прошлись вперед. Манкош Мангу, ставим стоечку. Уроки Хеллинга. Установили правильно удавочку. Отлично. Передние ножки. Отойдите от камушка вперед. Попали на камушек. Пол шажочка вперед сделайте. Так. Поставили правильную удавочку. Так. Там команду фу. Один кусочек дали собачке съесть. Можно. Вот она... Он не брал, пока не сказал. Ну, видите, уже реакция есть. Да, он уже... Так, теперь дали лакомство и запретили по команде фу. Фу. Если собака сама не пытается взять, фу говорить не нужно. Фу. Отдали кусочек. Можно. Теперь Мариетта. Похвалили собак. Молодец, хорошо. Молодец. Запретили брать лакомство. Фу! Поводили рукой право-влево. Разрешили взять. Можно. Похвали собачку. Морис. Молодец. Дал кусочек. Можно. Показал и запретил. Фу. Отдал кусочек. Можно. Щеночка, хождение рядом с дрессировщиком. Шагом вперед. Рядом. Даете команду. Рывок поводком вперед. Ослабление поводка и пошли. Всех рабочий шаг. Держите интервал. Норвегия. Рядом. Мангуб. Рядом. Морис. Рядом. И Мариетта. Бегом. Рядом. Все молодцы. Правильно используйте команду. Следите за поводком. Поводок свободен. Рядом. Остановка. Рядом. Сидеть. И дополнительная команда. Сидеть. Рядом. Повторили. Те собаки, что уселись и сидят. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Работаем в группе на команду ко мне. Отзыв. Посадка у дрессировщика. Так, группа шагом. Команда рядом. Хождение рядом со щенками. Норвегия. Мангуб. Морис. И Мариетта. Интервал соблюдайте. Шаг рабочий. Бегом. Команда рядом. Следим за поводками, поводок провислый. Не отставать, соблюдайте интервал. Шаг. Перешли на шаг. Рядом.
Я сейчас дам команду кругом, вы поворачивайтесь, используйте все приемы, что я вас учила. Кругом! Команда рядом, привлекли собачку или лакомством, или поводочком. Слегка отдернули. Хорошо. Соблюдайте интервал. Кругом. Собаки кругом, не нужно говорить. Да, немножечко сконцентрируйтесь, да. Команда рядом и продолжаем движение. Не забывайте поощрять. Остановка, стоять. Стоять подается только для вас, команда. А для собак вы даете команда рядом сидеть. Ну ничего, немножко сконцентрируйтесь, поймете. Группа щенков 8 месяцев. Отработка команды рядом с дрессировщиком. Мариетта, Морис, значит, Мангуб и Норвегия. Вот, Норвегия на месяц у нас младше немножко, но все равно девочка старается. Хорошо, поощряйте собачек. Подали команду рядом и побежали. Следим за положением, провислым поводком, используем его только после команды. После команды следует рывок в случае отвлечения. Можно привлекать собаку лакомством. Ну, каждый индивидуально знает для своей собачки уже как. Перешли на шаг, команда рядом и изменили уже темп, шаг. Соблюдайте интервал. Напоминаю, что при остановках даете команду рядом и дополнительно команда сидеть. Стоять. Поощрили собачек. Продолжили движение. Команда рядом. Рывочек наперед. И рабочий шаг. Шаг всегда активный. Тогда подача будет вперед у собак. Остановились. Команда рядом. Посадили. Поощрили собак. Группа работает на команду «Фу». Один кусочек лакомства предложили. Начинаем с Яны. Яна, предложили кусочек, дали. Съели второй кусочек, запретили. Фу. Романкош, Мариетта. Фу. Отдали. Можно. Хорошо. Интонацию меняйте. Можно. Морис. Сидеть. Сидеть. Второй кусочек запрещаешь. Отдай кусочек. Мангуб. Второй запретили. Он уже не хочет. Неважно, открыли ладони, предложили ему. Он уже знает, что есть. Отдали. Можно. Сидеть. Сидеть. Дали кусочек. Мерлан, Романкош, Мангуб, Морис, два брата и их сестра старшая на 4 года. Романкош, невредика. Призванный Романкош. Реализация щенков. Пошли. Команда рядом. Описали восьмерку. Команда не повторяет лишний раз, только при поворотах. Зашли в середину и посадили по команде рядом собаку. Сходимся. Зашли в круг, Оля. Постояли близко-близко.
Отошли. Так, встали вместо Лёни, пошёл Лёня. Социализация. Обход восьмёркой стоящих людей. Собака не должна реагировать, бросаться, бояться и сесть в середине круга. Посадил собаку. Сидеть. Сошлись. Близко-близко к собаке. Постояли. Отошли. Лёня поменял Олю. Оля пошла. Обошла восьмёркой. Два раза. Рабочий шаг. Пошли, сели в середину. Сгущаемся. Близко-близко к собаке подошли. Постояли. Собака социализируется. Не должна кидаться, бояться. Отошли. Отошли. Вышли из круга. Хорошо. Отношение к наморднику. Посадили собак, одели намордники и 20 секунд посидели рядом у ноги. Собака не должна стаскивать, беспокоиться. 20 секунд отсчитали, сняли намордник, а потом только похвалили. И собака продолжает сидеть. Немножко формируем выдержки, мы идем на следующую стадию. Предложение из рук постороннего корм. Поводили вправо-влево. Прошли дальше. Право-влево. Прошли дальше. Дальше прошли. Похвалили собаку. Прошли дальше. Похвалили собаку. Прошли дальше. Похвалили собаку. Группа щеночка 8 месяцев с прадедом Савали Ротик Танго. Вот, просто постойте вместе. Близко к танго не нужно. Он мальчик серьезный. 11 лет у нас будет. Романкош Морис, Мангуб, Мариетта, Танго Савали, Норвегия и Евредика Сани Смайл. Такая девочка. Прошлись ко мне, на меня. А теперь друг за другом вперед, друг за другом. Шагом, команда рядом, собакам. Хорошо. Рядом. Норвегия последняя. Так, по кругу, бегом. Танго 11 год, Мариетта, Мангуб, Морис Мондиаль, Ольга отстает. Хорошо. Остановились, посадили собак. Ну, дедушка отметился, тоже дело. Садили. Кто сел, похвалили, хорошо. Наташа, посадили танго и подошли ко мне, команда места. Место. Танго место. Наташа. Место, говорю. Он так он умеет только. Держите, это видео. Что надо? Андрюша Савали прадед со своими правнуками. Есть место. И Юридика Сани Смайл. Thank you.
Все, Тангоша вскочил. Позвали собачку. Танго, ко мне. Ну все, до свидания. До свидания. Помахали. Да, до свидания. Танго. Все? Танго, сиди. Выключи. А как ее выключать? Я не знаю. Выключай. Я же не знаю, как выключать. Не опортировки, суки, 9 месяцев. Бросаем опортировочный предмет вперед. Посылаем. Апорт. Апорт. Предмет взяла, подзвали к себе апорт, отошли назад. Апорт. Отошли назад, взяли предмет, дай. И отдали предмет. Апорт. Апорт, апорт. Прошлись. Хорошо. Апорт. Хорошо. Отработка команды места на расстоянии место. Щенком. Лежать. Место. Пока достаточно. Подошли место, прижали за холку, место, показали на поводок, который оставили, лежать, похвалили. Место. Теперь похвалили. Хорошо. Хорошо. Группа щеночка 8 месяцев, пока с прикуса. Покажите зубы. Команда зубы. Зубы. Челюсти сомкнутые, показали прикус ножицеобразный, потом боковые справа, боковые слева. И хорошо, похвалили собачку. Хорошо, хорошо. Молодцы. Команда «Гуляй» в наморднике. Отпустили собаку по команде «Гуляй» гулять. Шаг вперед и вынос руки в сторону. Гуляй. Гуляй. Подозвали собаку. Села перед вами. Похвалили. Хорошо. Сняли намордничек. Хорошо. Кошмарета Бонлёвы 9 месяцев. Старайтесь стоять. Молодец. Хеллинг стойка. Марета. Хорошо. Рядом с намордником щеночки 8 месяцев. Поводочки расслабили. О, сегодня у нас день рождения, молодцы. Так, сейчас шаг активный, рабочий. После команды рядом поводочки расслабляем. Вот, кругом команда. Рядом, повернулись. Люня, догони Мариету. Кругом. Рядом. Рядом. Остановка. Рядом. Собака немножко посидела, посчитали 2-3-4 хотя бы. Потом хорошо рядом, хорошо. Роман Кош, Мариета, барьерчики и бумчик. Вперед. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодец. Молодец, Мариета, умничка. Пошла лесенка. Постояли. Хорошо. Пошли вперед. Вперед. Хорошо, Мариета. Манкош Мариета Бонлёвы. 9 месяцев. Хендлинг. Ко мне по прямой и от меня. По прямой, повернулись, просто по кругу прошли. И по прямой, да, пошли вперед. Вперед. Хорошо, ко мне. Ставим на Леню стоечку. Щенками команды места. Положили собак. Лежать. Положение лежа. Лежать. Положили предмет.
придержали за холку. Это первый этап начала занятий. Отошли от собак. Подошли к собакам. Повторили место, придерживаем за холку, не даем вставать. Место. Место. Показали предмет еще, который место. Положили. Закрепили. Хорошо. По команде «Гуляй» взяли предмет. Команда «Гуляй» прошлись вперед с собаками. Гуляй. Прошлись вперед. Я рядом на поводке в намордниках. Курс «Собака в городе 2». Щеночки 9 месяцев. Медленный шаг. Бегом. Рядом. Шагом. Рядом. После каждой команды поводочки расслабляем. Остановка. Рядом. Сидеть. Желательно повторять рядом второй раз. Уже команда «Сидеть» проходилась с нами, как вспомогательно. Значит, повторно рядом. Собаки условный рефлекс есть у обоих. Хорошо, похвалили. Морис, апортик. Хорошо, мальчик, хорошо, молодец. Апорт, хорошо, умничка. Умничка, Морис. Морису 9 месяцев было позавчера, да? Давай, апортик, хорошо. Ап. Хорошо, Морис. Хорошо, апорт, молодец, хорошо. Давай сюда, ап. Дай. Ап. Ко мне. Хорошо, хорошо, молодец, мой зайчик. Хорошо, молодец, хорошо. Видео. Братья все с речкой играются. Мариэта, Роман Кош, Морис Мандиали. Сегодня у них день рождения, 9 месяцев. Мы решили поиграться. Санька, Евредика, тоже хочет. Это их не старшая сестра на 4 года.